Ребята, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. У нас здесь целая куча здесь событий, и в которых, кто следит за каналом YouTube, заходит на вкладку сообщества, тот знает, что да, я активно участвую в этом событии. Даже тут по таймеру как-то стараюсь, даже если ночью просыпаюсь, даже захожу в игру. В общем-то, у нас, сколько это у нас было, 37 дней, ну с пятницы, да, 37-38 дней, это на все акции вместе взятые, посвященные хронобогам, да. Вот, в общем-то, самый главный приз — это вечная красота Хрона Афродита. Для этого нам нужно собрать 3 дракона, то есть это легендарный, по-моему, дракон Осень, Овен, то есть Овен, Хронозевство, который мы сейчас собираем, 300 кусков нужно насобирать, это, короче, что-то нереальное. И Хроноаид. Ну, с Хроноаид как-то не очень, да, по силе. Вот, блин, а вот Афродитку хочу. У нее атака хорошая. Нет, не те 77, это что-то не очень хорошо. 77. Хотя, ну, не так уж плохо, да. Ну, если все прокачать, там за 80 будет. Тоже на вкладке сообщества их карточки я выкладывал, уже не помню. Ну, в общем-то, хотелось бы получить, да, либо вот Хронозевса, либо, конечно, ну, Хроно. А я Хрона Афродита, но что-то как-то маловероятно, мне так кажется, по опыту прошлых акций. То есть вот этого чудища получить тоже, в общем-то, сложно. Ну, опять же, это все по осколкам, наверное, шансы даже получить больше его. Вот мне, я открыл буквально пару сундуков, там что-то хулиган, раскаленный, закат, рунический. И виртуальный, ё-моё, да. И даже вот чаровница, она хотя у меня есть, да, но ее нужно вывести заново. То есть то, что у тебя есть, не считается. Это печально. Ну, ради чего? Ради дракона корня, да он мне, в общем-то, нафиг не нужен, честно говоря. Че у него там по стихиям? Зелень и камень. Ну, осень заменить чисто, чтобы перекрыть две стихии. Такое, короче. Не совсем понятно. Так, идем по акции дальше. Сбор еды. То есть это я давно уже. VIP я активирую. У меня было больше 50 билетов. Я буду каждый день активировать VIP в этот период. Ну, те вот билетики, которые там как-то насобирались потихоньку. В смысле, не покупал отдельный VIP статус. Потом здесь то же самое как бы собрал. Ну и вот здесь участвую. Так, накормить дракона. Сейчас мы это будем с вами делать. То есть я уже на 8-м этапе. Ну, я ускоряю, короче. Я потратил, может, кристаллов 10. Если я вижу, что я 2 задания выполнил, а третье, например, вывести дракона у меня там сейчас не получилось, то я просто 3 кристалла плачу и прохожу дальше, чтобы, ну, не торчать на одном месте. Естественно, 8 по 3 я платить сейчас не буду. А если там что-то одно, то я доплачиваю. Ну, скорбей вообще не смотрю, короче, неинтересно. Вот так вот, да? Золотишко. Кстати, да, я хотел же сказать, я тут пару покупок сделал на... ну, вот эту штуку за $1.5, короче, я купил. Тотем Зевса, он приносит один билет каждых 6 часов. Ну, он будет до конца акции. Почти, ну, до 28 дней длится, да? Ну, пока, я так понимаю, эти билеты можно будет тратить. Также я вот эту штуку вот купил. Хранилище, короче. Можно будет одним махом собрать все монеты. Теперь, по крайней мере, я знаю, сколько... Она стоила что-то порядка 20 миллионов. Там, точно не скажу. В магазине можете у себя посмотреть. В общем, ты нажимаешь одну кнопку, и со всех жилищ, опа, плюс 4 миллиона. Ну, у меня еще и бонус идет. Это радует. Также построил еще два пока что... две фермы, которых у меня не хватало. Ну, честно говоря, как бы не шибко надо. Давайте улучшаем. Пока что у меня нету лишних денег, так сказать, чтобы у меня простаивали фермы. Так, ну все вроде сказал. Вроде все купил. Фермы. Тотем. Переместил. Что-то еще я купил. Что еще мог купить? Сбор жилища, тотем. По-моему, еще что-то такое купил. Две фермы. Что-то еще дорогое купил. Может такое быть. Давайте зайдем в магазин. В разделе зданий. Так я могу еще одну ферму купить. Вот что. Я хотел у вас спросить, как бы, пансионат драконов, как бы, его стоит покупать? То есть драконы, которые находятся в пансионате, приносят деньги или нет? И сколько туда драконов помещается? Ребята, напишите в комментариях. Это очень важно. Так что не ленитесь, напишите. Да, ну, в общем-то, у меня практически все, что есть в магазине, короче, уже куплено.
Так, так, кого кормить надо? Да, вот давайте вот это вот чудище будем кормить. То есть, ну, через 2-3 часа я это задание выполню. Отлично. Соответственно, я пробую выводить. У меня вот такая комбинация попала. Банан плюс сфинкс. Это по поводу Овена. Я нажал просто как вывести. Нажал вывести, и оно мне тут комбинацию предложило. Я так и вывожу. Я, собственно говоря, такой комбинации и вывел прошлого дракона. Вот это вот, или лилит. То есть я вывел комбинации, которые мне игра сама предложила, а не той комбинации, которую там вот пишут на карточках по выведению дракона. То есть это стало проще, можно даже не заморачиваться особо. Ну, если есть, конечно, комбинации с драконом огонь, то лучше использовать те комбинации, они будут быстрее. То есть больше попыток сможешь сделать. Так, ну что, давайте будем сейчас мчаться куда-то, соберем сундук. Пойдем тратить билеты. У меня билетов много. И будем мы сейчас их тратить. Вот сюда заходим. И давайте будем тратить. Так, всякая лабуда. Вот это вот попал один из 300. Караул. 2 из 300. Из 5 сундуков только мне попалось 2 карточки. Вы представляете себе? Ну, ладно, что делать? 3. Ой, очень-очень все плохо собирается. Всякую лабуду, конечно, я насобираю. 4 карточки. Так, 4, ни одной карточки, да, не попалось, печалька. Тоже ни одной карточки, ё-моё. Ну, да, при открытии 3 карточек тебе дадут еще, блин, 5. Ну, это же, ну, нереально. Ну, как это, ребята, насобирать? Это ужас. Я-то надеялся, что эта акция будет какая-то людская, там, что будут только карточки. Насобирай 300 сундуков и получи там себе этого. Ну, это же не... За сколько мы за всю вот эту акцию соберем сундуков? Ну, может, сундуков 300 и соберем? Ну, так это же нужно, чтобы в каждом этом попадалась карточка. Ну, денег только там назарабатываем. 6 из 300. Такое себе удовольствие. Так, давайте вот этих сейчас пооткрываем сундуки. Еще 5. Вообще, ну еще редко попадается. 1 из 10 карточек попадается, наверное, только. Я уже открыл 56. А она собирала всего лишь 6 осколков Хронозевса. Это печально. Меня это расстраивает, ребята. Все, ладно. Надо что-то как-то подумать. А что это такое? А, у меня он типа есть. А вот это что у меня? А, зеленый есть. Весна у меня тоже есть. Да. Ну, такое. Что за специальное предложение? Посмотреть. А, ну это купи, да. Эксклюзивные фрагменты. Блин, ну это надо с телефона смотреть. Хотя, а что тут эксклюзивно? У меня это все барахло есть в большом количестве, наверное. Скоробей. У меня 54 есть скоробея. Блин, может с рекламу эту пойти посмотреть. 54 скоробея. А вот это что? Это страж. Страж, плюс здесь кто? Озеленитель. Ну, это из тех, что такие поинтереснее, да, тут насобирать. Ну, вот всяких и эпиков полно.
паладины. Ладно, с этим будем как-нибудь разбираться. Но я хотел бы просто получить какого-то, ну, действительно сильного дракона, божественного, у которого будет атака там за 80. Ну, чтобы его вот уже там как бы прокачивать. Так, эту штуку я не буду. Буду ждать, пока не появится новое задание. Кого там нам нужно будет вывести. Да. Так, давайте сейчас сюда зайдем, посмотрим. Сокровищница природы, да? Весна. Ну, в принципе, я тут все получу. Я получу туда. То есть можно дальше мне особо не париться. За 3 дня, я думаю, успею. Хотя вот здесь, наверное, будет дикая, типа, выведи 12 двухстихийных драконов-гибридов. Дичь. Но весну я получу. Ну, думаю, в общем-то, если что, там кристаллами что-то как-то заплачу. Так, ладно. Давайте пойдем сюда. 972. Лучший защитник. Много. 55, 16, ну тут легко. Идем. Идем сражаться. Так, 55. Давайте обычный щит возьмем. Да, блин, рысь крепкая штука. Она, в принципе, была мне на один уровень сильнее, если пересчитать звездочки, да? Так, а этот парнишка, он, ну, 58, да, примерно. Ну, у меня нормально, нормально, в принципе. Сколько у него звездочек-то? Я думаю, мы пробьем его за один удар. Пробили, отлично. Так, это, ну, такой себе дракончик. Не шибко страшный. За один удар, это хорошо. Так, 45-й, легкотня. И легкотня, шевалье. А если что, да, кстати, мне же можно будет использовать Хроноса, если мне попадется что-то там на выведение какое-то долгое, можно Хроноса использовать будет. Он у меня лучший защитник, 53 уровень. Неплохо. Я, кстати, листика качнул, как видите. Немножко, на 2 уровня. Потратил, блин, 5 миллионов на это. А, я сейчас виповский, ё-моё, у меня здесь дополнительная ячеечка, это круто. Вот так, ну давайте, погнали. Ну, тут за один удар. Уголек тоже симпатичный. Дракошка такой. Тоже легкотня. Вообще изи-бизи. Да, бывают такие попадаются слабые. А бывает листаешь, тратишь сотни тысяч, чтобы найти какого-то противника себе по силам. Так, 51-й. До свидания, это я использовал всего лишь необычное усиление. И 53-й, Локи, прощай. Ничего толкового не попалось. Ура! Мы набрали косарик. У меня было вообще-то много. У меня было 170 или 150 очков я в пятницу набрал. Так, лучший защитник. Вот такой вот, да? Так, 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 так. Тут надо пустоту взять. Давайте посмотрим, если там в начале не все такие мощные. Ну, мощные какие-то они. Лучше пропустить этого противника. Лучший защитник. О, 50. Это же нормально. Но они тут, скорее всего, все будут такие некислые. Ну да.
Так, 50-й. Давайте так. Блин, вот это, да. На тоненького выжил, гаденыш. 44-й. Классивенный драконтик. Суперский дракончик, нравится мне такой. Локи 50-й. Щит. И 47-й. Так, отлично. Бывает даже попадается такой, что самый сильный дракон всего лишь 40-й уровень. Это у человека 1000 кубков. Бывает и такое. Так, а у меня остался только Миха, да? Металл, энергия. Что у меня же такое есть? Энергия — это слабые все эти штуки. процентов. А это сколько? Это 60%. А, 50% недостающего здоровья вашего дракона превращается в урон. Ну, давайте такое возьмем. Пускай будет. В бой. Черт! Почему ты такой слабый, Миха? Ё-моё, 57-й уровень все-таки. Эрлань-Шень. Звездная пыль. Так, теперь уже можно использовать и вот эту вот штуку при желании. А, ну тут все легкотня оказалось. Я зря переживал. У меня, кстати, было 200 миллионов, по-моему. Золото еще вчера потратил на всякие эти здания. Так, ну блин, ну это мы уже тут не найдем. Дорого, по 30 тысяч, у тебя уже 100 тысяч потратил. Ладно, не будем тут тратить на это время. Так, что у нас тут еще интересного происходит? Что у нас в клановых событиях? Через 17 часов что-то начнется, да? Блин, надо было выбрать эту штуку. Это мне не интересно. Так, ну вроде как все, ребятки. Все, что хотел рассказать. Код дружбы 5B0F59. Добавляемся в друзья. Так, давайте глянем, что у меня еще в сундуку есть. Блин, у меня 5 тик-таков. Ё-моё, у меня тут драконов этих море просто. Интересно, блин, а табличку какую-то. Сколько из них какой выводится? Волшебница еще одна добавилась. Блин, можно было, если бы их можно было хотя бы по одному кристаллу продавать, вот было бы красота. У меня что-то такие, вот всякие Элкхунды, Эрмунганды много. Клык Аида, ё-моё. Свеженькая. Ну, это то, что из сундуков нападало. Хроночасы. Давайте разместим хроночасы. Это все-таки символ нашей акции. Хватит и одних часов. Давайте дальше смотреть, что у нас там еще есть. Сдать. А, ну это все старое, да? Это все старое. Почему оно, правда, не группируется, одно и то же в разных ячейках находится. Так, ну кто-то еще же есть у меня должен быть из новых драконов, которых я не вывел. Вот, новинка. Русалочка. У меня новинка.
Но это уже как-нибудь там между акциями будем пробовать это дело выводить, ребятки. Так, ну на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. В общем-то, я жду ответа про этот пансионат драконов. Всем пока.